В Новотроицке в рамках недели предпринимательства прошло выездное заседание круглого стола. С инициативой его проведения выступил Комитет законодательного собрания Оренбургской области по экономической политике, промышленности и предпринимательству. На встречу были приглашены предприниматели, чиновники, представители общественных и деловых организаций. У всех была одна цель – обсудить меры поддержки малого и среднего бизнеса в новых реалиях. Что нам вместе всем нужно сделать для того, чтобы российское, наше оренбургское предпринимательство развивалось, росло и чувствовалось для благополучных, будем так говорить. В Оренбурге ежегодно выделяется порядка 3 миллиардов рублей на поддержку бизнеса. По налоговым льготам в области успешно действует территория опережающего социально-экономического развития. И, наконец, в регионе появилась своя экономическая зона в Орске и Оренбурге. По словам заместителя председателя законодательного собрания Оренбургской области Александра Куниловского, для муниципалитетов малый и средний бизнес является опорой. До 60% бюджета формируют предприятия этого сектора. Серьезно и значимо. И мы эту роль должны повышать. Мы должны мотивировать сегодня руководство муниципальных образований на то, чтобы они максимально обеспечивали условия для работы. На встрече подняли вопросы создания благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса. Высказали предложения по снижению налоговой нагрузки и затронули тему дополнительных мер поддержки предприятий. В нашем понимании необходимо полностью синхронизировать взаимодействие всех ветвей власти, муниципальный, исполнительный, законодательный, безусловно, предпринимательского сообщества для того, чтобы развивать малый и средний бизнес в Российской Федерации и в Оренбургской области в частности. Также в рамках выездного заседания участники посмотрели, как работает крупнейшее предприятие Оренбуржья – «Уральская сталь». Круглый стол прошел в формате открытого диалога. Присутствующие активно включались в обсуждение и задавали вопросы.